Друзья, привет! Расскажу вам о том, как включить блокировку ориентации на iPad. Вот смотрите, в данный момент здесь отсутствует, как мы привыкли, например, на iPhone, здесь обычно блокировка ориентации есть, но тут отсутствует. На iPad, по умолчанию, я так понял, он идет сбоку, то есть вот то, что боковая кнопка, да, вот ее, если ее включить, то видите, блокировка экрана. Отключаем. Можно также сделать так, чтобы эта кнопка появилась тут. Для этого мы заходим в настройки. Далее основные. И тут вот в основных есть вот такие функции. Блокировка ориентации. Тут видите написано переключатель на боковой панели. Он для блокировки ориентации или для выключения звука. В данном случае у нас стоит блокировка ориентации. Если мы поставим на выключение звука, то дальше идет надпись. Функция блокировки ориентации доступна в пункте управления. Как раз уже здесь появляется вот эта функция. Видите? Все. Вот и все, друзья. Пока.